Друзья, всем привет! Сегодня мы отвечаем на вопросы друг о друге, и кто ответит неправильно, получает водой в лицо. Первый вопрос про Мирослава. Первая команда, за которую начал болеть Мирослав на просцене? Астралис. No way, bro! Знаешь, какая? Мне похуй вообще. Натус Винсер. Бать ты, братишка, говнарь. Не отворачивай. Ладно. Так вот у меня глаз выбит просто. Ну ладно, давай. Мирослав, первая команда, за которую начал болеть на просцене Борислав. Так, ну точно не Нави. Отвечай. А кого я называл? Подожди, Астралис ты назвал, да? Ну все, пиздатель. Астралис. Нет, Натус Винцера. Какого хуй, Борис? Ну я зашел в Counter-Strike, я посмотрел Стар-серию, типа, ну что поделать еще? Борис, первый ник Мирослава. Скажи ам. Ам. Ну давай, ебать. Так, считается он Quick-G? Ебать, ник говна, конечно. Первая карта, на которой сыграл в КС Боря. Что, подсказки будем вязать? Скажи ам. Итали. Близко было. Тускан. Любимый скин в игре у Мирослава? Сейчас, подожди. Ответ неверный. М4А4. Тимкал. Золотой донг. А первый ник Боря, Мира, как ты думаешь? Все, давай нахуй. Ебать, блядь. Ебашу? Да. Наклонись чуть ниже. Бля, я промазал, ну ладно. Мистер Спай. Я а в Тимфортес ебашил, когда мне 6 лет было. А что за ник? Почему? Я только что сказал, Славик, ты слушал? Я не слышал. Я в Team Fortress ебашил в 6 лет. Все, понял. Любимая карта у Мирослава, Борис. Блядь, какое-то говно. Сейчас подумаю. Не, ну по-любому все абраганы любят нюк. Тогда я скажу... Это какая-то прожарка уже. Даст 2. Нет. Нюк. О, любимый скин в игре у Бори, Мир. А, ты угадал. Бля, стикер, это же не скин. Нет. Это скин с наклейками или просто скин? Просто скин. Ну, он такой уже старенький. Ты чё, бля? Всё, сори, 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 бро, 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 сори. Да давай. Друзья, кто сейчас должен будет шмалять? Ты. Ну, если я неверно отвечу, то ты. А, так ты верно отвечу, там пиздец легко. М9 Crimson Web. Нет, я стреляю. Ой-ой-ой! А куда я попал? Это что, глаз? А, закрывай их. А это за что? А вы по Азиму. Едем дальше. Количество матчей на Фейсити у Мирослава. Борис. Блять, 4000. 3500. Ну ладно. А что, может, с другой стороны? Давай. А рука? А. Еще. Ну только не в ухо, ёпта. А погрешность сколько? Ноль. Йоу, не стреляй. Ну ладно. Действующий игрок, чьи демки Боря больше всего смотрит? Да нет, блин. Или да. Бля, это даже звучит бредово. Это звучит очень бредово. Подсказки надо? Нет. Понял. Роль. Охуенно. Отвечай. Это опорник? Так у него роль. Да, опорник. Вы гандоны, я сейчас вас всех тут застрелил, бля. Ближайший к нему. Вы чё, вообще, бля? В смысле ближайший? Мези? Да. Норберт. В смысле ближайший к нему? Он шашлыки с ним жарит постоянно. Бля. Ни разу не было жизни. Так это же рофл ответ, так нечестно. Нет, нет, я честно. Нет, он сказал, он реально смотрит демки Норберта. Ну я смотрю только Cloud9 и Virtus.pro, ёпта, чё мне делать ещё? Количество команд, за которые играл на ХЛТВ Мирослав. Да я ебу, что ли, 3. Да? Правильно? 3. А назвать можешь? А я ебашу его? Нет. Нет. Суяли. Нет. Ну вообще Марлян из спорт. А. Не стреляешь, ты стреляешь тебя. А, блядь, ты козла. Марлян, тебе Spirit Academy, Spirit. И дальше. Дальше вы не узнаете. Звание, которое получил при калибровке Борис. Там легко, на самом деле. Ой. Не, ну ты вроде умный. Я еще в Source ебашил до этого 3000 часов. Gold Nova 2. Че за хуйня вообще? Это жестко, да. А, ну ладно, все. Прям точно.
Кто был кумиром детства у Мирослава? Вообще или в КС? Я. Вообще я Месси, а в КС Симпл. Можно было догадаться, он же за Нави болел. Ты же знаешь, что он за Нави болел, а в Симпл. А хули не я его идол? Ну что был, блядь. А идол твой, он... Блядь. Это что было? Давай, Славик, продолжаем. Мирослав, Боря умеет водить машину? Да, кому этот вопрос? Подожди. А, я отвечал. Нет. Ну... Я ебашу у него. Да, умеет, но у него прав нет. Борис, отчество Мирослава. Да ну нахуй. Давай я тебе подскажу. Давай. Блядь. Как зовут? Ну это капец подсказка, бро. Симпла Александр зовут. Осторожней, осторожней. Так у нас за кадром Донг подсказывает. Александрович. А, ебать. Ебашим его. Давай. Да тут пиздец будет. Что первое закажет Боря в ресторане «Мир»? Ой, бать, это легко. Это, кстати, не еда. Столовые приборы. Что ты думаешь? Ты не знаешь? Ты же знаешь. Дефолт для Бори на каждом турнире. Это напиток. Стоп. Айс матчевато? Ой, айс как там? Айс матчевато или как? Айс пичти? Ну нет. Айс матчевато, я сука. Айс матчевато, сука. Бля, ну это же... Размер обуви Мирослава. У него обувь написана? 8,5 US. Респект, Найс кроссов. Давай, ебаш. А, там реально номер? А, охуеть. 41. Прикольно, я даже не вижу, кстати. Короче, 8,5 подожди. Америка. Стоп, переубежим. Давай. А? Давай. Еще ему правильно ответил, 41. А зачем он в него стреляет, если правильно ответил, он не стреляет ни в кого. Да какая разница? Тоже верно, кстати, ты в него не стреляешь. Вы завидуете нам просто, что мы тут ебашимся. Ладно, погнали. Мира, самая первая игра у Бориса. Префаром. Шанс будет. Кто? Age of Empires. Да он подсказывает. Age of Empires. Ну ладно. Это правильный ответ, в принципе. Это неправильный ответ, Age of Empires 2. Ты сейчас получишь, братан. Верно, верно, верно. Это подсказка была. Какая у Бори самая любимая позиция в игре? Ебать, я все готов выступить. Ну там какой-то рофл ответ, я не знаю. Хочешь вообще самую сильную подсказку истории КС? Это ЗКТ? Не-не-не, это... Давай я тебе дам подсказку. Это спот? Это на вертиго. Ну, типа такая позиция. Охуенная. Я один раз Борис, мне очень нравится. Вы подсказать за... Нет, нет, подожди, он догадается. Но это за КТ? Ну, вообще на карте. Это не имеет отношения к стороне. Но ближе к Т. И просто локация какая-то. Вот где мне нравится. На карте вертига. Ближе к Т. Расположение, да. Короче, за трансформером на миду. Я что, еблан вообще, что ли? За трансформером на миду. Не, это туалеты. На биотуалетах на вертига, братан, запомни. Рофлы ответы, само собой. В смысле, а где еще мне может нравиться? Каким спортом занимался Мирослав? Футболом. Мирослав, какой цвет глаз у Бори? Я подсказать? Ну там что-то в сторону синего, либо я вообще пьяный. Ебашим его, ебашим его, парня. Серый или зеленый написано. У тебя меняется типа цвет глаз? Ну, там это же... от освещения зависит вообще. Все, понял. Хамелеоны. Борис, у Мирослава есть братья и сестры? Сколько и кто? Есть. Допустим, один. У меня нет правильного ответа почему-то. Младшая сестра и старший брат. Мирослав, фобия, которую мало кто знает у Бори. Ебать ты выдал, братан. Ебать. Это нереально. Там пиздец. Ну это связанность? А ебашь, любую угадаешь. Не-не-не, ты ебашь. Фобию ебашь, ты угадаешь. Там просто выборка у тебя колоссальная просто. У тебя выборка там вообще. Ну арахнофобия, я че. Да. За что? Тут вообще темнота, высота. Вода, пауки, братан, перелеты, как... замкнутые пространства. Пауки, арахнофобия. Ну, ну да, я правильно. Сказал. Я не знаю, почему вы стреляете друг другу. Чисто пропал. Какой у Мирослава наибольший счет по фрагам за одну игру? Ебаш.
Я знаю, как у тебя, кстати. Сколько? 102 или 103? Да, вроде да. 102. 102 это Уфа. А какой у тебя мир? 55. Я разъебал, ребят. Болезнь за 7-4. Не, ну на трусики-то зачем? Ёбаный в рот-то, блядь. Казанов, капитулирую, блядь. Сейчас, нам вода больше не нужна, удачи. До конца тратим все. Погнали. Так. Кому вопрос? Вопрос первый? Тебе первый, Диман. Заебли. Первая карта, на которой Даня сыграл в КС. Бля. Это только соревновательный или вообще? Ну, сейчас она не входит в пул. Вообще. Не входит в пул. Коблстон? Стреляешь мне, да? Сука, ну куда так много-то, блядь? Охуеть. Какая карта-то? Скажи мне. Мэншн. Что? Мэншн. А, это пиздец. Нет, я бы не угадал, все нормально. Данек, первая карта, на которой сыграл Дима в КС. Коблстоун. Нет? Я даже не помню, что я отвечал. Даст два. Точно, точно. Бля, как ты не стрельнул. Блять. Это пиздец. Вопрос тебе, Диман. Первая команда, за которую Даня начал болеть на про-сцене. Астралис? Нет. Энвиас. Что, блядь? Энвиас. Реально? Тот же самый вопрос. Первая команда, за которую Дима начал болеть на про-сцене. Ну ладно, это вопрос без подсказок. Следующий давай с подсказками, наверное. Окей? Я не помню, что я ответил. У меня две команды. Нави? Нет. Нет, точно нет. Астралис или Статик? Блядь, можно было догадаться. Рен, ты ж мне... Ладно. Я же тебе сказал Астралис. Ай. Кайф? Да. Кайф. Очень пиздец, балдёж, блядь. Так, Диман, первый ник Дани. Вообще. Вообще? Да. Бля, забей. Даня. Подсказками? Даня. Ну давай подсказку. Там три буквы. И в принципе состоит из имени. Ну ебать. Ну. Не-не-не, давай. Без шансов? Без шансов. ДНЛ. Как? ДНЛ. А, точно он говорил, бля. Ладно, давай. Знаете вам. Намочил бэтбум. Данек, первый ник Димы. Сокол. Сокол 5. Нет? А ВП маньяк? Да. Блядь, точно. Ты в голову, блядь, ну стреляй хоть не в голову, пощади. Ай, блядь. Диманчик, любимый скин в игре у Дани? Ну, бабочка Руби. Ну да. Да, все правильно, волны. У него эмеральд. Как называлась первая команда Дани? Блядь, там вообще без шансов. Там вообще ноль шансов. Не знаю, абрикосы какие-нибудь. Бля, ну вообще... Близко? Не, ну вообще нет. Я даже не знаю, как подсказку дать. Это невозможно. Там нереально. Ну да. Первую букву назови. S. Да нет, там да не договор. Это давай. Даже не слово. Ну давай, давай. Это просто рандом. Вот у него есть Свенска. А что это значит? Это рандом. Я что, ебу, что ли? Все, понял, брат. Ну тогда... Ну это... Ну ладно, нормально. Любимая карта у Димы? Бля, тяжело, ну. Бля, я... Он говорил во влоге мне. На прослед. А что я говорил-то? Это новая мапу? Я не помню. Вон у него спрашивай. Она есть мапуля сейчас. Ну, а она недавно добавлена. Даст. Все правильно, да? Второй даст. Я его расстреляю? Нет. Блять. Звание, которое Даня получил при калибровке. Диман, как ты думаешь? Ты сегодня говорил. Да. Сильвер 4. Все правильно. Охуеть. У него Сильвер 3. Тут нет, такой вопрос. Блять, нечестно. Данек, какие демки смотрит больше всего Дима? О, бля, ну там... Моноси. Ну там их три, но в можешь принципе... Можешь троих назвать. Три раза пульну тогда. Не, ну одного хватит, я думаю. Все, Моноси. Ну все, это правильно. Да. Любимый хайлайт Дани. Не обязательно свой. Может это быть, можно любой. Догадаться. Свой? У него там два написано. Нет, нет, нет. Можешь один назвать. Симпл, короче, против ликвидов. На длине, да, да, было. А турнир? Катовица? Красавица, что да? Это такое? Гений? Мы договорились. Ладно, стреляй, пусть он мне подсказал. Он мне подсказал. А, да? Давай. Ладно, давай. Давайте. Ну не в ноги только, блядь. Ну не в ноги, реально. Лучше в лицо, блядь. Ай, блядь. Пошла горячая. Количество команд, за которые играл Дима на ХЛТВ. Ой, ебать. Не, ну это легко перечислить, на самом деле. Флаффи Гангстерс. Я это... Хуй его знает. Белые питоны, Флаффи Гангстерс. Еще раз. Да, наверное.
Gambit Youngsters, Gambit, Cloud9, Team Spirit. 7? Нет, ты еще одну вроде не назвал. Team 7-8? Да. Team самую 7. Первую ты не назвал. Team 7-8. Ну, 8 всего. Team 7 первый. Да, все, так, правильно, да. А сколько часов у Дани в КС, Диман? Давай плюс-минус, ну, 200 меньше... или 150. Ебать, давай. Сколько? Ты че, не? А сколько? Так я в тысячах отвечал. Ну да. А, ну окей, тогда точное количество. Ну тут четкое число. 15, прям. Может? 15 тысяч? Да. Не, 14500. Ну можно плюс-минус, но это реально тяжело. Данек, ты решаешь. Да-да, еще стреляй. А соп, он не стреляет, я же... Да, ты... Все, ты, все, ты, все, что, все. Ты правильно, нормально? Правильно, все. Правильно. Блядь, стреляй, говорит. А я путаю правила. Во сколько лет Дима начал играть в КС, Данек? Вообще, во всей версии. Вот первый раз зашел. Вообще просто зашел. И раньше, чем я начал? А позже, чем я? Не соревновательно, просто вообще. Я понимаю. Это от 1 до 10 лет. Я, блядь, понимаю. Но ты явно позже меня начал. Это где-то диапазон 5 до 7. 7. 5. 5. Блядь. А ты на сколько? Год позже начал играть, чем я. Я в 4. Пиздец. Готов, блядь? Да, да. Я так улетаю. Так, Диман, какой у Дани наибольший счет по фрагам за одну игру? Ой, я не... Бля. Не на какого-то на фейсе. 102, наверное. Нет, в этой игре. К, в этой игре? Тогда у нет. Меня вообще за все время... Нет, это в CSGO было. Это в CSGO 90... За... Вообще нет. За 41 раунд. Ладно, последняя попытка. 76? Нет. Не, очень много. 57. У меня мало, пиздец. Что маловато. А нет. Я... Потому что... Ну давай. Звание, которое Дима получил при калибровке. Сильвер 3. Ну, он знает, да. Мы с... А, блядь, за что? Ёбаный рот. Просто нормально, предупредительный. Ебашь меня. Нет, иди потом два раза, я потом... Нет, два раза потом. Ебашь мне. Я во вкус вошел. Мы уже просто... Да. Вы можете просто постреляться. Блядь, у меня потечет сейчас. Бля, я уже во вкус вошел, все. Так, Диман. Все, мы, короче, побежали. Диман, команда мечты Дани. Ты там есть. Окей, я, Даня... Ну все, наверное, наша команда, нет? Правильно? Красава. Респект. Какая у Димы самая любимая позиция в игре? Реально охуенно. Я не помню, что я... Блядь, сейчас бы... Я не могу тебе подсказать, потому что не помню. Блядь, это даст либо нюк, наверное. Позиция. Даст либо нюк. Ну, позиция. Ну, даст либо нюк. Да? Я сам не помню. Не смотри на меня. Блядь, ну мид на дасте. Да. Ебать, да, Вагбан. А, Диман. Кто был кумиром детства у Дани? Simple. Красавчики. Какой знак зодиака у Димы? Данек. Бля, я сам не ебать, знаю его. Умел бы я это считать. 25-е, 23-е. Чё? Я не умею это высчитывать. Я не вот, высчитываю, чё? На кого похож? Я не умею это определять. Ну, я, бля, чё, и знаю, вообще что нуб. Ли? Ну, похож, 15 вообще июля, нуб. 15 июля это какое? Весы, козерог, я не знаю. Подсказка. Вообще нуб, нубас. Рак? Красава. Сигма. Ну это считалось, ну ладно. Давай еще два. Давай. Бля, можешь, чтобы этот формат вечно длился. Давай еще. Ну знак зодиака Дани. Бля, 25 января. Ну смотри, я это вот сейчас сделаю. Водолей? Ну вы уже подсказываете. Не, я знал это, я хотел это. Окей. Так, Данек, предпоследний вопрос для тебя. Какое отчество у Димы? Ну он знает. Блять, это самый легкий вопрос, который ты мог выбрать. Ладно, давай другой. Давай другой. Какая у Димы фобия, которую мало кто знает? Подсказка есть. Я тебе говорил, кстати. Бля, у меня два варианта. Я уже готов стрелять. Заряжай, бро. Бля. У меня либо это с высотой связано, либо щекотки боишься. Это вообще мимо. Аэрофобия, может. Не-не-не. Нет, аэрофобия вряд. Пауков боишься? Да. Так а... Ебать, у меня там фобия, которую мало кто знает. Это вообще невозможно догадаться. Ну вот, задай ему вопрос. Давай. Там нереально догадаться. Так, Диман, последний вопрос про Даню тебе. Фобия Дани, о которой мало кто знает. Ну, не аэрофобия. Я боюсь вообще мало чего. Ты подсказывать будешь? Да, но со смертью связан. Я без понятия. Бля, как можно это сказать? Боится, ну, все, смерти. Стреляй. Я не знаю. Ну все, стреляй, бро. Ответ. Погребенным заживо, да, оказаться. Заживо. Все правильно. Да не, я... Кто? Убери руку. Ну, прими, как мужчина. Ну, убери. Давай. Блядь, держите его за руку. Давай, блядь. Да, блядь. Сейчас последний вопрос.
Как зовут лучшего друга Димы? Не знаешь. Это ИРЛ или КС? ИРЛ, ИРЛ. Блять, вы че, рофлите? А ему почему такой вопрос? А почему ему? Расхуярь меня два раза за тот раз. Я сейчас расхуярил сразу. Ищ, так. Да похуй, мне нравится. Все, ты не угадаешь, но хотя бы попробуй. Ну смотри, ну, если бы это было... Это базовое имя вообще. Ну вот, блять, как тебе вопросы задать? Вот, короче, если брать отрезок от Гамбит, вот был ли в твоей команде человек с таким... Нет, это вообще не из команды. Пиздец. Это тупая ИРЛ. Его зовут так же, как тебя? Четыре буквы. Полное имя четыре буквы или сокращенное? Одно, да, и полное тоже, наверное, да, да. Ебать, ну давай вспоминать. Пять секунд тебе. Нет, что это такое? Я сейчас убегу, блядь, это не твои вообще правила. Я уже готов, смотри. Первую букву. Не, ну это слишком жесткая подсказка. Давай так, про него были сказки. Я могу вторую букву назвать. Иван. Да, да. Стреляй два раза. Он угадал. Какую страну мечтает посетить Дима? Ну не. Это там Мулан и провалится? Нет. Япония. Охуеть. Реально? Да, да. Ебать, я умный. Каким бы животным Даня был? Осел? Блять, там нет шансов вообще. Нет, подожди, никаких. Ладно. Котенок? Нет. Там вообще нет шансов. А что, как кто? Муравей, блядь. Там вообще нет шансов. Такое, знаешь, типа... Вот смотри, короче, есть белые с черными пятнами. А это жесткая подсказка. А это вид его. А, блядь, зебра, что ли? Ну все, только, все. Какие все. Пятна, там полоски, блядь. Все, это была красная панда. А че? Красная панда. А, не, я бы не понял. Ты проигрываешь, к сожалению. Давай. Не прикрывайся. Ты сейчас специально? Ты промахнулся? Да. А, специально? Я хотел тебя уже. Прикиньте, я его хотел в ответ. А, куда я стою? Или вставать? Не, все, надо сказать, типа, спасибо за просмотр. Так а что ты сам скажешь? Мне еще с ним играть, нет. Ты нет. Сам это скажешь. Ух ты, блядь. Ты чё, блядь? А чё ты, ёлка? Чё, блядь, чё? Ты куда лезем? Сдаюсь. Домой. Все. Спасибо за просмотр.